У поклонников Анны Седоковой насущный вопрос, она разводится или нет. Сама певица страдает и мечется так, что даже самому Гамлету, точнее его возлюбленной, и не снилось. Я позавчера думала, что вообще не встану, я вот так лежала, у меня у сына каникулы, я говорю, я не могу двигаться, пожалуйста, можешь там сам себе пойти что-то приготовить, потому что я лежала, и у меня тело было покрыто огромными пятнами, у меня был вот такой глаз, вот такая губа, и я думала, что я все. Крапивница на обновленном лице Анны возникла неспроста. Судья вернула заявление о разводе обратно истцу, то есть Седоковой, сославшись на ошибки в тексте. А ведь говорила мама дочке в далекие 90-е. Учись, Анечка, хорошо. У меня были очень сложные последние дни, и вы знаете о них, но мы об этом не можем говорить с вами, потому что запрещенная тема. Но на самом деле последние несколько дней были совершенно адские, мучительные для меня. Месяц назад в своем микроблоге певица резко и дерзко объявила, что официально расходится с мужем, баскетболистом Янисом Тимой. Грязи не будет, так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Сразу после громкого заявления Анна неожиданно преобразилась. Теперь на участившихся концертах фанаты гадают, она ли это или нет. Голос вроде тот же, да и тема понятна. У кого родители развелись красиво? Одна, две. У кого родители разводились грязно? А вот с внешностью случились большие перемены. И на аллергию это мало похоже. Ее лицо изменилось до неузнаваемости. Я думаю, что здесь была проведена пластика. Но также опять гиалуроновая кислота. Посмотрите на эту форму подбородка. То есть в профиле отчетливо видно, как он выделяется. Скулы, губы – это все контурная пластика. Так что же происходит с бывшей Виагрой за закрытыми дверьми ее большой ипотечной квартиры? Сегодня новость попалась одна странная, что там что-то в заявлении. Я подумала, может быть, это все-таки привлечение внимания. Вы знаете, у нас артисты так делают. Знаете, для чего? Вот когда у них идет какой-то спад по концертам, по корпоративам, возможно, и почему бы, вот прекрасная тема, как бы, типа, я развожусь, потом не развожусь, опять помирился, опять все пишут об этом. Все может быть. Супруги регулярно ставят лайки друг другу. Безработный баскетболист неожиданно вернулся в Москву, устроился на работу в частный клуб и стал писать посты с признаниями в любви. Но разве так ведут себя разводящиеся граждане? Спросим у друга Анны и большого специалиста по подобным вопросам Андрея Малахова. Его мы как раз встретили на юбилее журнала «Антенна». Анечка, я желаю ей только счастья, но я думаю, они передумают последнюю секунду. Я очень надеюсь. Будем на это надеяться. Спасибо. Любовная история Яниса и Анны началась в баре. Седокова открывала питейное заведение. На вечеринку заглянул женатый латвийский спортсмен. Через некоторое время Анна стала завсегдатаем баскетбольных матчей, а Тима бросил жену с новорожденным сыном и заблокировал им все счета, чтобы побыстрее развестись. Анна Седокова – бесстыжая девушка. Разбивает семьи. Причем и дети также страдают. Я думаю, ее настигает карма. И развод тому сейчас доказательство. Разница в возрасте. Анна старше Яниса на 10 лет. Влюбленных не смутила. Парочка поженилась и улетела в США за светлой американской мечтой. Ну и там что-то пошло не так. Мы-то познакомились, когда он играл, а я... У меня было, там, не знаю, 10 концертов в месяц, и мы, по сути, дома не находились. И вдруг какой-то момент, когда мы оказались дома, все оба сели и вот так вот на друг друга начали смотреть. Ну и, конечно, со своей любовью мы чуть-чуть друг друга придушили. Тима сидел дома и ждал выгодных контрактов. Седокова общалась с подписчиками и летала по корпоративам. Приличное время он жил за счет Анечки, да, ни для кого не секрет. Так здесь еще вот какой момент. Аня-то согласна привести в свою жизнь мужчину красивого, симпатичного, успешного, но у нее получилось в свою жизнь пригласить мужчину просто симпатичного. Успешного его не назовешь, раз он живет за ее счет. Пару лет назад Анна окончательно вернулась в Москву и купила большую квартиру в ипотеку за 90 миллионов рублей. За 220 квадратных метров в центре столицы нужно платить почти 500 тысяч рублей выплат каждый месяц. В этом году мать троих детей обновила внешность, надела красное и пошла по концертам. Причин для развода может быть какая угодно. Имущество, дети, быт.
любая семейная лодка разбивается о быт в первую очередь. В данном случае, скорее всего, да, это финансы, потому что у нее есть обязательства кредитные перед банками, да, за ипотечную квартиру, перед детьми обязательства. И иметь на попечении мужа, который ее на минуточку помладше, который еще при этом не работает, ну, видимо, терпению настал конец. Цены на выступление Седоковой поднялись. Постоять теперь можно за 2000, посидеть за 8. Мне все время хочется, чтобы зрителю было хорошо, чтобы он был прям супер счастлив. А сегодня мне хотелось еще спеть те песни, которые знают те люди, которые со мной, не знаю, там 15 лет. Сейчас Седокова исправляет ошибки прошлого, то есть переписывает заявление на расторжение брака. Кстати, недавно певица вновь приобщилась к спорту. Теперь рыжеволосая красавица стала фанаткой хоккея, в который, как известно, играют настоящие мужчины. А хоккеистов среди бывших мужей Анны пока не было. И это точно не слухи. Наталья Андрейченко строгая к почитателям своего таланта и к журналистам. Не читали ее автобиографию, так и не лезьте к ней с вопросами. А вы книгу прочитали? Пролистал немножко, еще пока не успел. Ну тогда идите вон туда, если вы прочитаете. Вы не имеете никакого права задавать вопросы. Наталья Эдуардовна, мы и книгу вашу прочитали, и вопрос у нас не про бурное прошлое, а про неспокойное настоящее. Ходят слухи, что именем Андрейченко прикрываются мошенники, заманивают доверчивых театралов на спектакли с якобы вашим участием, а в итоге двери закрыты, свет выключен, в расписании черным по белому. Сегодня спектакля нет, а с банковской карточки списано несколько тысяч рублей. Сейчас я буду звонить этим людям. Конечно. Слушайте, давайте, пожалуйста, это не ко мне. Артистка не блокирует, как это сказать, числа в театре. Это не ко мне. Вот и Вера Ларнатина теперь не знает, к кому обращаться. Тот, кто настойчиво предлагал ей купить билет на спектакль с участием Андрейченко, на звонки не отвечает. Ну, трубку не берет. Не берет трубку. Вере Николаевне 75 лет. Автобиографию Натальи Андрейченко она не читала. Да и на спектакль она поначалу идти не хотела. Но уж очень был настойчив звонивший. Сначала отказывался от билетов, а потом он все-таки уговорил взять. Ну, привезли это самое. Курьер привез. Наверное, многие уже сталкивались с такими звонками. Настойчивые молодые люди так задорно приглашают прийти в театр, что в какой-то момент готовы перейти к угрозам. Я не понял вас, Алексей, вы не любите театры? Я туда даже и не ходил, не ходить не собираюсь. Часто так действуют мошенники. Их задача – заманить вас на фальшивый фишинговый сайт, который почти всегда один в один имитирует сайт театра. Вы оплатите билеты, ну а дальше в назначенный день закрытые двери и выключенный свет. Мы связались с театром на Таганке, где якобы должен был состояться творческий вечер с участием Андрейченко. И вот что нам на это ответили. Это вопрос касается организаторов мероприятий и тех, кто эти билеты продавал. Мы эти билеты не продавали. Да, что знаете, вокруг невероятное количество мошенников. Ну, хорошо, ну, это все знают. Но раз в театре на Таганке считают, что об этом должны знать все, обратимся к помощнице Натальи Андрейченко. Может, она нам что-то прояснит? У меня информация, я не имею права сообщать, поэтому это может позже все будет. Конечно же, можно было бы предположить, что ни сама Андрейченко, ни ее помощница слыхать не слыхивали о творческом вечере, на который мошенники продавали билеты. Если бы не вот это видео. Оно из микроблога Натальи Андрейченко. Мы будем играть его в моем любимом театре, в котором я провела 3 года с великим режиссером Анатолием Васильевым. Приходите, мы поплачем. Мы посмеемся, мы поводим хороводы вместе, я вам это гарантирую. Андрейченко первое, что должна сделать в данной ситуации, это обратиться в правоохранительные органы, написать заявление о том, что от ее имени совершаются мошеннические действия. Андрейченко считает, что возникла некая путаница. На вопрос, кто вернет зрителям деньги, ответа мы не получили. Те люди, которые организовывают... Я не знаю, я очень устала. Короче говоря, они поставили туда спектакль.
Я не знаю. Многие зрители, в итоге оставшиеся без зрелищ, просто стесняются куда-либо обращаться. Не стесняйтесь, обращайтесь к нам в редакцию. Что касается автобиографии Натальи Андрейченко, то мы все же смогли найти журналистов, осиливших монументальный труд в столь короткие сроки. Семена пишет, такой у нее прям красной нитью проходит, что я тогда выбирала между родиной и мужчиной, но все-таки она выбирала мужчин, да, в своей жизни. Это... И она почему-то очень открыто пишет об этом в своей книге. Пожалуй, лучше пока не звонить своей бывшей жене и Максиму Дунаевскому, ведь он тоже не читал книгу Андрейченко. Нет, пока еще не читал. У Дунаевского и Андрейченко общий сын. Со своей четвертой бывшей женой композитор поддерживает дружеские отношения. Мы дружим, прекрасно переписываемся, созваниваемся, бываем друг другу в гостях. Обязательно. Неудивительно, что ему посвящена целая глава. Там вообще много кому что посвящено. Надеемся, что прекрасные отношения сохранятся и после прочтения книги. К глубокому сожалению, в этой книге Андрейченко отображает и не совсем в приятном свете как бывших мужей, сына, маму, так и, собственно говоря, вообще рассказывает о тяжелых ситуациях, которые с ней случились. У самой актрисы на это есть объяснение. Я дралась. За всех женщин я выжила. И не просто выжила, а стала смелой. И после этого у меня появилось огромное количество мужчин. Нет только объяснения странным образом сорванному творческому вечеру. Что касается автобиографии Натальи Эдуардовны и ее скандальных откровений, то в ближайших выпусках мы посвятим им отдельную главу. И это точно не слухи. Новые народные. Матушка, земля, белая, береза, река. Кто такая Татьяна Куртукова? Такая любовь, которую ты до сей поры не знал. Почему ее называют шаманом в юбке? Я же руководитель народного хора. Смотрите далее. Актер Валерий Макдияш сам связался с нашей редакцией и попросил дать ему возможность честно рассказать о своей сегодняшней жизни. Я не о себе любимом хочу рассказать, я хочу объясниться. Потому что много всякого написано, наговорено. Вот. В таблоидах писали о том, что он спился, побирается и бомжует. Многие коллеги и вовсе думали, что Макдияш умер. Актер жив, у него серьезные проблемы со здоровьем, но он находит в себе силы устраивать творческие встречи. Ведь в его фильмографии почти два десятка ролей. Мы встретились с ним в Пятигорске. Вот там, чуть дальше, военный санаторий, где бывают мои концерты, творческие встречи. Роль, ставшую для него знаковой, Макдияш сыграл в середине нулевых. Она была почти без слов, но это только добавило колорита в образ. Строитель-гастарбайтер Джамшут Фарухович стал именем нарицательным. Джамшута, Роман! Джамшута, начальник! Так, ну-ка идите сюда, придурки! Валерия Макдияша и сегодня узнают на улицах, но вовсе не о такой славе он мечтал, когда начинал актерскую карьеру. Извиняюсь, я у вас спросить. Во время стрижки не стала отвлекаться. 15 лет тому назад вы меня не подстригались, вас не Джамшут зовут? Ну, ваш феву очень... Я не только похож, я и есть Джамшут. Валерий Александрович утверждает, что все его злоключения начались после того, как он продал свою московскую однушку. И якобы по пути в банк, куда решил отнести вырученные от продажи квартиры деньги, актер получил удар по голове. Он лежал долго в больнице, там зашивали ему эти раны, голова там приходила, так сказать, в порядок. И вот он выздоровел, но... В итоге он оказался и без денег, и без документов, без всего, понимаете? И, в общем, с ним случилась вот такая трагедия. Вот. А после больницы куда ему деваться? Свою квартиру он продал, новую он еще не оплатил. Сейчас Валерий Макдияш живет при Центре духовного восстановления. Мои хорошие, хватит слухов. А то написали, какой-то бомжеобразная жизнь, какой-то приют и так далее. Ничего подобного.
В соседях бывшие алкоголики и наркоманы. Здесь кормят и дают крышу над головой. Но каждый день нужно работать. 73-летний артист старше большинства своих соседей минимум на полвека. Он артист. И слава богу, что он продолжает идти этим путем. Не каждый в 70 лет идет подобным путем. Хотя я уже много слышал слухов, что Валера там где-то бомжует, там что-то еще. Это все неправда, это все ложь. Валера, он сегодня в здравии, в чистоте и в святости живет. Проблемы у Магдиаша начались задолго до рокового ограбления. Актер много пил. Бывало, что он нетрезвым приходил на репетиции, а потом на сцене забывал слова. Похоже, на восьмом десятке он все-таки определился со своим главным и во многом непобедимым врагом. Я объясню. Был бы неправда, если бы я сказал, что нет, я не подвержен. Но было такое. Я даже лечился. Я лежал на Шабловке. Там есть клиника невроза. Но каждый раз, как только что-то шло не так, актер срывался. Он был трижды женат, но его личная жизнь не сложилась. Со своими дочерьми Ксюшей и Викой он не общался много лет. О том, что у него есть внуки, Магдиаш узнал благодаря ток-шоу. Был звонок от Ксюши, она в Питер переехала и говорит, у меня есть там муж, я видел внука, а у меня три внука. И говорит, папа, давай приезжай, мы хотим, чтобы ты нам сделал рекламу в образе Джамшута. И я говорю, да, с удовольствием, мы тебе заплатим, все. Но куда ты пропала, не звонит. По-настоящему нужным он чувствует себя только в образе Джамшута. Даже свои творческие вечера Магдиаш проводит в строительном комбинезоне. Представляю вам себя, Валерий Магдиаш. Как Джамшута его используют в рекламных целях. Всякие кафе, там какие-то рестораны, какие-то заведения. Он помогает, ему чуть-чуть там платят за это. Помогает. Да нет, ничего не бомжует. Тем не менее, своего жилья у актера по-прежнему нет и, судя по всему, не предвидится. У него тяжелая степень катаракты, он почти ослеп. Магдиаш с трудом ходит, постоянно отекают ноги, да и сердце пошаливает. Через нашу программу он хочет обратиться к своим дочерям. Я просто во многом виноват. Извините, я вас очень-очень люблю. И помню. Актер уверяет, что готов работать и сниматься. Осталось только дождаться приглашений, а их нет. Людей, которые готовы ему помогать и верить, что он сможет навсегда завязать, с каждым годом становится все меньше. В очередной раз Магдиашу остается надеяться только на себя. И это точно не слухи. Еще совсем недавно Татьяну Куртукову знал только узкий круг почитателей ее таланта, в основном состоящий из преподавателей и студентов Пензенского колледжа искусств. А сегодня песню «Матушка» называют главным хитом года. Куртукову называют новой народной звездой, но ей сейчас, похоже, не до громких эпитетов. Совсем недавно 31-летняя певица стала матерью, и дочь теперь главный человек в ее жизни. Материнство – это такая любовь, которую ты до сей поры не знал. Семья Татьяны живет на два города – Москву и Пензу. Помогают бабушка и дедушка. Сейчас, конечно, мама моя активно принимает участие. Она приезжает с Пензы специально. Наездами на несколько дней уезжают. И в Пензу мы тоже очень часто ездим, поскольку мой папа, дедушка Евники, конечно, тоже от нее просто без ума. Конечно, можно было бы взять и паузу, уйти, например, в декретный отпуск. Но у певицы плотный гастрольный график. То, что Татьяна Картукова сегодня гонорар, как говорят, от 2 до 2,5 миллионов рублей. Это примерно стандартная цена. Там, условно говоря, популярные группы, такой как Ума Турман, там «Танцы минус» и так далее. Это небольшие деньги. Безусловно, артисты топового уровня, типа Надежды Бабкиной, получают 2 раза больше, а то и 3 раза больше. Оно и понятно, у Бабкиной на сцене целый театр. Народная артистка говорит, что всегда рада появлению новых артистов, но к любым сравнениям относится философски. Главная задача не в том, как выстрелить, а в том, чтобы удержаться
55 лет. Удержаться все время в востребованности, в понимании времени 21 века, в движении, в ситуации, в какой мы живем, это тоже, понимаете, вот это важно. А то, что они появляются, прекрасно. Я за любое движение. Татьяна Куртукова пока только учится азам шоу-бизнеса и даже готова объяснить, за что именно ей сейчас платят шестизначные гонорары. Вряд ли кто-то ездит с одной флешкой и приезжает в какой-либо концертный зал, поставил эту концертную флешку, отпел и ушел. То есть надо понимать, что это огромная работа, это огромные финансовые вливания на всех этапах, да, потому что и артисту, и команде нужно хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать для того, чтобы хорошо работать. Сам Сергей Зверев, имеющий непреодолимую тягу ко всему народному, спел главный хит Куртуковой, но вокальный данные стилиста, именующего себя суперзвездой, Татьяну, похоже, не очень впечатлили. Матушка, земля, белая березенька, для меня святая Русь, для других занозенька. Это говорит о том, что музыка стала популярной, и есть запрос, желание, вдохновение в этом поучаствовать. Это здорово. Но самое главное все-таки, да, нужно спрашивать разрешение перед тем, как это делать. Есть такое негласное правило. Если тебя сравнивают с каким-то артистом, значит, ты еще не полноценная звезда. А давайте посмотрим все материалы, которые пишут про Татьяну. А львиная доля статей про Татьяну начинается. Новая Надежда Кадышева, а реинкарнация Бабкиной, ну или «Шаман в юбке». Действительно, в таблоидах Куртукову называют «шаманом в юбке». У них ведь и правда много общего. Я 11 лет отдал образованию, изучению русского народного творчества. Я же руководитель народного хора, сольный народный пение. И Татьяна Куртукова, и Ярослав Дронов много лет безуспешно пытались пробиться на большую сцену. И когда наконец-то добились этого, оба их главных хита ушли в народ. Я русский, там, это вот вокалист, кричалка, с чего начинается. Это же чисто на руссконародно, поэтому все это вдохновляется. Ну, все это смешивается в одну песню. На сцену Татьяна выходит в русских народных сарафанах. Это тот случай, когда пригодилось увлечение еще со студенческих времен, когда она ездила по российским деревням и селам, собирая фольклор. Если мы с вами где-то столкнемся на улице, даже после нашей такой подробной встречи, вы вряд ли меня узнаете, потому что я нахожусь совершенно в другом одеянии, мое лицо приобретает другое выражение абсолютно. То есть я просто незаметный человек. Ну разве стали бы незаметного человека сравнивать с двумя надеждами русской песни, Кадышевой и Бабкиной? Мне кажется, Куртукова не нашла еще свою какую-то манеру узнаваемую. Там нет клейма. Понимаете? Вот Бабкина – это клеймо, и голос, и бесшабашность, вот все это массовые такие представления, такая гулянка на сцене, разухабистость. Кадышевой она больше как вот там, не знаю, человек из народа, как будто, да, вот поет таким голосом плоским, увлекаясь чересчур костюмами, какими-то внешними эффектами. От внешних эффектов, страз, бантиков и пышных кудрей Надежда Кадышева решила навсегда отказаться, по крайней мере, в обычной жизни. Александр Григорьевич просто на меня любуется каждый день, вот с утра дают. Что говорите? Говорит, какая ты у меня хорошая. Возможно, очень скоро Надежда Кадышева споет в дуэте с шаманом. По крайней мере, слухи об этом ходят с середины лета. Сейчас пока не буду рассказывать. Татьяне Куртуковой подобных предложений пока не поступало. Она только привыкает к своему звездному статусу. Помимо внимания, это очень большая внимательность к мелочам. И все-таки люди иногда забывают, что артист – это не собственность слушателя. Впрочем, одна коллаборация так и напрашивается. А не объединиться ли на пару песен Куртуковой с шаманом? А там, может, мастодонты подтянутся. Татьяна и Ярослав – это то, что пришло вчера или сегодня в нашу жизнь. Вот если они будут так же любимы, они так же популярны, так же востребованы, значит, они вот эту преемственность сохранили от поколения, идущего впереди.
которому относится Надежда Георгиевна мастера, которая Надежда Бабкина и Надежда Кадышева. Пока же у Татьяны в ближайших планах воспитывать дочь, преподавать в театре, она работает педагогом по вокалу и продолжает давать сольные концерты. В конце концов, не только же ученикам следует знать, как нужно петь. И это точно не слухи.